Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Сыроежка жгучая довольно часто встречается на торфяниках и в самых сырых и болотистых местах, лиственных реже, хвойных лесов, в гористой местности. Встречается в сырых лиственных, а также хвойных лесах, по краю сфагновых болот, на болотах с сосной и даже на торфяной и торфянистой почве, сезон июль-октябрь. Шляпка сначала выпуклая, потом распростертая, цвет шляпки варьирует от ярко-красного до светло-розового с белыми или охристыми депигментированными пятнышками разного размера. Белая ножка со временем желтеет, особенно в нижней части. Сыроежку жгучую употреблять в пищу не рекомендуют. Гриб отличается не только невыносимо горьким вкусом, но и вызывает пищевое отравление легкой и средней степени тяжести. В некоторых источниках жгучий гриб называют условно съедобным и рекомендуют употреблять в пищу после двукратного отваривания. Причем каждый раз грибной бульон следует сливать, чтобы убрать едкую горечь жгучей сыроежки.